пришли специально немножко набраться настроения хорошего, праздничного. Мои дети всегда энергичные, им нужно деть куда-то эту энергию. А зарядка для них, конечно, нужна. Это здоровье, это бодрость духа, заряд хорошей позитивной энергии. Разминка жаркая, заряжаешься позитивом, на весь день, думаю, хватит. Какое упражнение самое любимое? Мне кажется, все упражнения напитаны своим зарядом. Очень весело все упражнения выполнять.